Замешиваю тесто для лепешек. Тут у меня просто вода, мука, соль, сахар и дрожжи, конечно. А у нас там тестомес есть. Ну, это когда у вас народу много было, сейчас-то он зачем? Сейчас-то он не нужен. Мучная держа. Ой-ой-ой. Лепешку делают, а лепешка в три пальца вот так вот по пальцу держать до такой толщины. Ну да, лепёшка. Хорошо поднимается. И не подгорелая, и вкусная. Вот так вот делается у нас. Есть такие пабы, клубы в Англии. Ну, по разным интересам. И одни там такие, как гурманы, собираются. Одни мужчины спрашивают, а почему женщин не принимаете? А они, говорят, стряпать не умеют ничего. Ответ-то дали такой, что его надо проверить. Может быть, не так. Видишь, как он его давит. А пшеница росла, никогда не подумаешь, что такая будет лепешка. Все, готово дело. Вот так. Все спрашивает, как лепешки делает. Ты примерно скажи, сколько там чего? У меня на литр воды ложка, это, вернее, 10 грамм или 11 грамм дрожжей на литр воды. Ложка столовая сахара без горки. Ложка столовая соли без горки. Вот. А сколько соли туда? Сколько сахара? Ну, я же сказал, по ложке все. По ложке. Какой ложке? Покажи. Столовой. Вот такой вот обычно. Вот такая столовая ложка. О, синенькая, синеглазая, угорела. Угорю и мне угорелому, пар горящий развяжет язык. Все, сейчас будет настоять, а потом буду лепешки раскладывать уже. Все, понятно, пошел я. У нас столовая, трапезная, так сказать. Как раз по этому делу показать лепешки. Вот она, лепешка лежит. Вот она. Три пальца. Вот я складываю. Видно ее. Лепешка, говорит, гиганты. И какая она вкусная такая. Все это сам делает Володя. А что такое набили? А, на постные дни. Сотовый мед. Да с пергой исключительно. Полезный. Все, арбузы доедаем, все остается. Пополам разрезал, все. Вот так. Делить легко. А когда много людей, надо так это обдумать, как и что. Что здесь? Гороховый суп. Сейчас ели. А здесь заварка с травами разными. Что ж там-то ведро-то стоит? Что-то есть там ем, нет. А, мед съели. Да. Ложки, чашки. А здесь все закрыто. Что тут такое? А, чашки мытые. А здесь? А здесь кружки. Вон там все. А здесь что? А здесь какие-то пряники. Чашки, ложки. Вот так. Вот, пожалуйста. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Стрижка как под бокс. Никаких длинных волос. И что Христу рисует волосы длинные, все это выдумка. Пожалуйста, Кирилл и Мефодий. Короткая стрижка. Нету этого, чтобы мужчины были с длинными волосами. Нету. Никола Чудотворец тоже короткие волосы. А то находят причину. А у Ивана Кронштадтского. Да это все 200 лет назад уже придумали. Дверьми не хлопать. Дверьми, то есть несколько дверей.